Станки стоят, зарплаты нет. Ситуация на Чебоксарской чулочно-трикотажной фабрике остается непростой. Еще к концу прошлого года на предприятии сложилась задолженность по зарплате. Картина сегодняшнего дня в материале нашего корреспондента. Это не митинг и не забастовка. Работники цехов собрались около проходной фабрики с одной целью – узнать о дальнейшей судьбе предприятия. Знаете, просто обидно очень. Вроде всю жизнь работали на этом предприятии. Мы же ведь никого не ругаем. Все равно хочется и жить, понимаете? Все говорят, вот увольняйте, увольняйте, идите. А вот куда пойдем мы? Мы всю жизнь проработали здесь, мы ничего больше делать не умеем. Мы просто хотим работать. Вот поймите нас самое главное, а не сидеть дома. В последние месяцы фабрика практически не работала. Люди по несколько недель вынуждены были сидеть дома. А с 1 марта уже этого года производство полностью встало. Мы целый месяц без работы сидим. Нам никто не помогает, мы писали. Все, безвыходно. У нас ни выхода нет, ничего нет. Просто мы хотим, чтобы нас услышали. Надо сказать, что долги по зарплате составляют 6 миллионов. Правда, со вчерашнего дня сотрудникам начали выдавать деньги за декабрь и погасили 1,5 миллиона. Остальную сумму планируют выплатить в ближайшее время. Сейчас руководство предприятия много всяких решений принимает. Одно из них – получение кредита в банке для того, чтобы запустить производство. И в первую очередь, конечно, выплатить заработную плату людям за декабрь и январь хотя бы. Вот. Дальше запуск производства и работать в полную силу, чтобы все начали работать. И планировали мы это сделать с 1 апреля. Новое руководство стоит у руля фабрики меньше месяца, но уже есть планы по выходу из положения. Без программы по оптимизации не обойтись. Для начала необходимо найти средства на закупку необходимого сырья, а дальше запуск производства, ориентированного на оптовые продажи. Возможно, придется закрыть часть фирменных магазинов в других регионах. И все же специалисты отмечают, спрос на продукцию есть. Но все-таки светлого будущего где-то мелькает оно, нет? Хотелось бы, чтобы мелькнуло, но то так, то так. То за тучки, то облачно. Посмотрим, проживем, увидим. Татьяна Леонтьева, Андрей Спиридонов, Республика.